Всем привет! В сегодняшнем видео я вам покажу важные настройки, которые касаются вашего YouTube, а именно те настройки, которые помогут вам улучшить изображение вашего видео, чтобы оно было намного качественнее и при этом даже звук станет лучше. То есть вы сможете увидеть мельчайшие детали даже на самом маленьком экране. Это легкие настройки, многие о них могут забывать, поэтому бывает так, вы смотрите видео и качество не очень плохо видно. Но на самом деле все отлично видно, если вы настроите кое-что на своем YouTube. Возможно, вы сюда заходили, но постоянно забываете об этом, поэтому вот я зашла, допустим, на свое видео, кажется, как бы все, качество видео. Но оно может быть намного лучше. Смотрите, сверху нажимаем на шестеренка и заметьте, качество стоит авто 480p. Это плохое качество, то есть недостаточное качество для многих. То есть в YouTube хотелось бы намного выше. В YouTube так сделано, что какой бы у вас ни был аккаунт, вот вы заходите в YouTube, ничего, если вы не настроите самостоятельно, у вас автоматически будет вот такое качество. Даже если у вас там присутствует 4К или 8К. Изображение в любом случае автоматически стоит 480p. Это такое себе качество. Значит, для начала что нужно сделать? Нажать «Качество». Другое, и вот здесь будет качество 1080p и выше. Мы нажимаем, и да, качество изображения моментально же меняется. Но подгружается уже с максимальным качеством, где вообще все полностью видно. Но такую настройку, к сожалению, нужно будет делать на каждом видео. То есть оно как бы скидывается по умолчанию, и ничего с этим не сделаешь. Поэтому я сейчас вам покажу, как сделать это с одной попытки, и больше сюда не заходить. И у вас будет постоянно отличное качество на любом видео. Также дополнительно хочу вам предложить классное приложение, которое вы сможете скачать на нашем телеграм-канале Antra Happy, называется AI Chat GPT. То есть это отличный помощник в поиске ответов на все ваши любые вопросы, поэтому обязательно присоединяйтесь и скачивайте. Итак, давайте я просто выйду, заходим на свой YouTube аккаунт. Настройки качества видео, заходим сюда и помните, я там читала, когда вы заходите, автоматически рекомендуется стоит. И вот здесь то же самое, то есть смотрите, это через мобильную сеть выставлено. Если вы пользуетесь мобильным интернетом, то есть не Wi-Fi, у вас стоит автоматически рекомендуется. То есть это 485p, то есть это такое себе плохое качество, поэтому ставьте высокое качество изображения через Wi-Fi обязательно. Понятное дело, что Wi-Fi в основном у всех бесплатный, и там, конечно же, скорость будет намного выше. Здесь, к сожалению, тоже ставится рекомендуется, то есть 483, тоже ставим высокое качество. То есть вот так вот выставляем и просто назад возвращаемся теперь. Все, ваши видео, которые вы будете запускать на YouTube, они будут с отличным качеством. Возможно, не максимальным. Это уже, конечно, будет зависеть от вашего интернета, но в любом случае точно уже не 480p будет стоять. В общем, вот такие простые настройки, но не все их, к сожалению, знают или используют, или забывают. Поэтому, если вы такое не выставляли на своем телефоне, обязательно выставьте, и это вам поможет увидеть все вот эти мелкие надписи, детали на любом видео с отличным качеством. Спасибо всем за внимание, подписывайтесь на канал. Всем желаю отличного дня, пока.